самое главное, он такой, такой правильный, аж бесит. Такой добрый, беззащитный. И там есть у нас такие, ну, как бы, такой референс постоянно идет, что как можно пережить сложности, если рядом хороший человек. Потому что тут же два одиноких человека, вот, и как-то там что-то, нечто происходит, потому что их начинают соединять, и все равно, и у хороших людей бывают плохие дни. Ваша жена права, я забираю вас к себе. В конце концов, где я еще найду такого шикарного мужчину? Когда они, ну, не очень собраны, не понимают, как в этом мире социализироваться, как вообще быть с людьми, и в какой-то момент ты закрываешься и не можешь уже нормально воспринимать хорошие по отношению к тебе какие-то шаги мироздания, потому что оно дает нам огромные подарки. Тут главное не отворачиваться от них, а принимать их с радостью.